это настоящий спорткар, конечно. Другим автомобилям просто тяжело состязаться со скоростью 4200 кубических сантиметров. Кубических сантиметров объем двигателя. Все задания выполнены. Автомобиль 1978 года выпуска. Великолепно, конечно. Вот так же красиво он ездил. Такой очень хороший был фильм французский «Наследник» с Жаном Полем Бельмондо. И этот автомобиль тоже, благодаря своим динамическим качествам, спас жизнь главному герою. Ну и ездит он под музыку Франсуа де Рубе.